Хозяйства Тверской области вступили в завершающую стадию посевных работ. По оперативным данным, весна-вспашка проведена на площади около 60 тысяч гектаров, что составляет 83,5% от плана. Всего вспахано свыше 40 тысяч гектаров зяби. Завершается сев яровых культур. Что касается конкретных культур, картофель в Верхневолжье посажен на площади почти на 11 тысяч гектаров. План выполнен на 75,8%. Завершили посадку в 11 муниципалитетах. Андреапольском, Бельском, Весьегонском, Жарковском, Краснохомском, Ромешковском, Сележаровском, Санковском, Оленинском, Зубцовском, Западно-Двинском округах. Наибольшие площади под второй хлеб отведены в Старицком, Сандовском и Ржевском округах, в Калининском, а также в Бежецком районах. Завершается сев кукурузы на силос. На текущий момент засеяно 5653 гектара или 79% от плана.